Может быть, кому-то будет интересно. Вот я здесь делаю съемку, значит, в районе старого кладбища Козлики. Вот тут такие поля. Поля, деревья. Тут канадский клен, я вижу, растет. У нас редко встречается такой. Вот там старое кладбище как раз. Вот сейчас я попытаюсь пройти. Уже ноги все мокрые. У меня вот мои ноги. Трава мокрая, идет дождь. Ну, только ради Ольги я это делаю. Шури как-то это, по-моему, практически безразлично все. Так что, Оля, для тебя, Олечка, этот маленький поход, чтобы ты посмотрела, где жили ваши предки, в каких местах. Вот. Сейчас выйдем дальше, посмотрим, что там еще.